Президент Международной Федерации Хоккея Рене Фазель заявил, что хоккеистам сборной России было необычно слушать музыкальный фрагмент из концерта номер один с фортепиано и оркестром Петра Чайковского после победы в первом матче на чемпионате мира. «Я видел, что российским игрокам было необычно слушать музыку Чайковского вместо гимна. Всем было необычно. Российский гимн очень мощный и узнаваемый. Ну что ж, как есть, так есть. Следующие два года будем слушать Чайковского. Это же отлично! Была отличная игра. Очень жаль, что на ней не было болельщиков. Со зрителями был бы совсем другой матч и турнир. Мне понравилась игра. Понятно, что это начало чемпионата. Пока всем командам тяжело», — сказал Фазель. В пятницу сборная России победила команду Чехии со счетом 4-3.